1 сентября жители Северной долины отметили не только День знаний, но и открытие школы номер 482. Сегодня мы открываем первую в Северной долине школу, которую построит главстройство. Здесь на сегодняшний день уже проживает около 25 тысяч населения, и поэтому для них это важно. Это первая школа в этом микрорайоне. Ученикам, чтобы комфортно здесь училось, а учителям, чтобы комфортно преподавалось. В глазах родителей учеников как никогда читается радость, волнение, любопытство. Уже завтра эти пустые коридоры и классы наполнятся учениками. А сегодня волнительно и звонко звучит первый звонок. Отличница, да? А как тебе школа, которая открылась? А, рядом с твоим домом? Да, очень хорошо. Быстро до дома дойти, да, удобно? Да. А что ты хочешь ребяткам пожелать, которые в первый класс? Света! Света! Я желаю успеха, успеха, и пусть они будут отличниками. Очень удобно, что школа практически во дворе, не надо переходить дорогу. Ну и школа сама нравится, школа новая, замечательно. У вас будет первый раз экскурсия? Нет, мы уже были на родительском собрании. Все очень понравилось. Впечатление довольно хорошее. Познакомились с новыми людьми, с новыми классными руководителями. Люди довольно разные, ученики разные. Ну, надеюсь, что с кем-то подружусь. Какой день знаний без песни? Сегодня на площадке перед школой звучали стихотворения и музыкальные номера. Поздравить ребят пришли самые настоящие боги с горы Парнас. Разрешите мне по поручению генерального директора главстрой Санкт-Петербурга Пашенкова Дмитрия Александровича передать этот ключ директору школы Светлане Анатольевне. На торжественной линейке произошел символичный ритуал – передача ключа от школы в руки директора. Желаю вам хорошего настроения и чтобы тяжелым знаниям, удачи и успех привели вас к новым свершениям, открытиям и победам. Каждый родитель старается запечатлеть в памяти трогательный момент, когда ребенок идет в первый класс. Неудивительно, что все внимание в этот день приковано к первоклассникам. Впереди их ждет увлекательное путешествие в мир знаний. Поздравить ребят пришли почетные гости в лице администрации Выборгского района, муниципальное образование Парголова, представители строительной компании «Главстрой Санкт-Петербург». Желаю школьникам, чтобы обучение в школе было увлекательным и интересным, чтобы годы, проведенные в этой школе, были самым светлым вашим воспоминанием. Счастья вам, здоровья, успехов, с праздником вас! Уважаемые гости, родители, учителя, в этот прекрасный праздник, День знаний, новый микрорайон получил подарок, новую, большую, светлую школу. И хочется пожелать, чтобы в этой школе ученики учились успешно и счастливо. После торжественной линейки ученики отправились в класс. Нам удалось заглянуть на первый урок. Хочется верить, что эта школа подарит ребятам незабываемые годы, когда ты учишься дружить, учишься получать знания и навыки, отвечать за свои поступки, учишься мечтать и планировать будущее. А мы спешим поделиться еще одной приятной новостью. В Северной долине к середине сентября состоится торжественное открытие детского сада.